Малыхин, ну, выиграл. А дальше бросок в толпу, две попытки Ларичева и исход один. Шайба не доходит до ворот. Игорь Головков на коротке с Гребенщиковым сыграл вход в зону. Малыхин, Гребенщиков, бросок, гол! Вот это попадание! Святослав Гребенщиков, 4-2. Как да, это ну, бывает? У Гребенщикова, в принципе, хороший бросок. Но в данном случае, ну, не знаю. Может быть, там рикошет от клюшки был? Ну, давайте посмотрим. Нет, вроде перебросил. Просто я думаю, что Гудочек там заснул немножечко. Седьмая шайба и 14 очков в этом сезоне. Святослав Гребенщиков.